Всем привет, с вами ТДС, и добро пожаловать в Майнкрафт. И это продолжение моего прохождения Супер Хостайл номер 12 Inferno Mines. И за то время, пока я не играл, я сделал дофига всего. Во-первых, я все вещи, которые до сих пор находил в этой карте, перенес вот сюда. Вот. А тут шарш лежит. Все три. Потом я сделал железную дорогу от Аммонита Кеверн до сюда. По ней вот эту корову сюда доставил. Теперь у меня бесконечный запас грибного супа. И вот. Все у меня тут-то. Тут была в одном из сундуков каменная кирка, и я как полный придурок ее на всякой хрени использовал. Так вот, мы на перекрестке один. И у нас выбор, куда идти. Lower Mines, Everforge и Outer Darkness. У меня ощущение, что перекресток 2 находится там. И сегодня я пойду в Lower Mines, потому что она похожа на Upper Mines. То есть Upper Mines это как бы верхние шахты, а Lower Mines это нижние. Так что вот, поэтому я сюда и пойду. Потом вот в Everforge и потом в Outer Darkness. Сюда я уже заглядывал. Тут два направления, куда можно идти. Вон туда и вниз, либо вот сюда. Вот сюда я во время видео не заглядывал, но после этого я сюда заходил, просто чтобы вход немного осветить. Так, я, кстати, еще установил Optifine, так что сейчас у меня все прекрасно прогружается. Никаких проблем нет. Я могу вот так вот делать, смотреть на этого бука, который меня видит. Который меня прекрасно видит, я уже к нему свалился. Офигенно просто. Ой, аккуратно надо. Так, я не хочу пока здесь находиться. Ну, поставлю несколько факелов. И посмотрим, что у нас тут. Так. Там я вижу монстров. Зомбаки, криперы. И крипер один. Так, тут у нас что? Пока вот так сделаю. О, активирующие рельсы. Вагонетка с ТНТ. Вагонетка с сундуком. Вагонетка с двигателем. Красные факелы. Всякие различные рельсы. Окей, пригодится. К счастью, когда пытаешься сломать эти вагонетки, они не взрываются, а просто выпадают. Вот я не хочу, чтобы они здесь были, на всякий случай. Ой, это кто? Тут так. Ох ты! Жесть! Это, судя по всему, если я не ошибаюсь, если мои глаза мне не изменяют, то это три скелета, сидящих друг на друге. Жестоко. Тут столько железных дорог во все стороны идущих. Немного все как-то, ну, непонятно. Еще одна такая хрень проехалась. Похоже. Так. Крипер. Ой-ой-ой, это не меч. Так, съем уже супчик мой первый. Зомбаки. Так, надо посмотреть, что вот тут есть. Там вижу уголь. Сдохните уже. Там еще какая-то вагонетка. Тут, походу, тут только вот то, что вот на этих железных дорогах находится и стоит внимания. У меня закончилась скорость. Так, ну-ка, что это? Это, походу, два скелета, сидящих друг на друге. Все равно не очень круто. Так. Посмею я тут пройтись? Думаю, что да. Так. Внизу ничего нет, тут спаунер пауков, это очевидно. Ух ты, тут их дофига, и тут вообще тут куча. Так. Зомби, я здесь слышал. Вот спаунер. Прощай.
трудом, конечно, я его сломал. Так, надеюсь, зомби не... Блин, ну ты вот... Ну что ты творишь? Давай, 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 ломайся. О! Да. Факелов мне было недостаточно. Так что я сломаю все оставшиеся здесь спаунеры. Например, вот этот и еще один, как минимум. Который находится вот здесь вот. Так, и сейчас посмотрим, нет ли тут еще. Так. Если есть, то я не вижу. Так что будем считать, что нет. Фигня меня пугает. Так. Ладно, возвращаемся за факелами. Ой. Сейчас вернусь. Так, мы вернулись сюда. Вот у меня почти два стака факелов. Конечно, думаю, будет маловато, но... Мне их на самом деле не так уж и много. Мне надо, чтобы было больше, мне надо печь уголь. Что мне делать, честно говоря, немного лень. То есть не уголь печь, а ну, древесину печь, чтобы она стала углем. Понятно, короче. Древесный уголь делать. Так. О! Уголь. Только вот об угле говорил. Сразу он тут, как тут. Запрыгну-ка я вот сюда повыше. Быть наверху всего лучше, чем быть внизу. Безопаснее даже как-то. Так-так-так. Какая-то колонна. Так, это реально место напоминает Upper Mines с тем отличием, что там не было железной дороги. Железных дорог, потому что их тут несколько. Понятное дело. Так, там такое разветвление у этих дорог. Они уже пригодны для катания. Это круто. Так, с сундуками, да? Так, там вроде... Ага, ничего тут там нету, конечно. Вот так вот все. Вот это, пожалуй, возьму. Дерево. А, потом. Нет, этот мне не нравится. Положу-ка я это вот сюда. Раз что все равно есть место. Не выкидывать же. А с собой таскать неохота, слишком много места занимает. Так, зомби. Зомби. Такая реакция. Видали, какая реакция? Никакой паники. Просто блокируемся и все. И ничего этот крипер нам не сделает абсолютно. Ну, может, ну, подумаешь. Ну, откинул нас чуть-чуть, нанес там пол хп урона. И все. Ничего серьезного. Так. Идем, значит, сюда. В этом направлении. Пока что все выглядит достаточно адекватно. И нафига тут факел? Не знаю. Так, тут паутины. А раз паутины, то значит пауки и спаунеры. Их не... Ой, пещерные. Не-не-не, не круто. Очень не круто. Но, ну, разумеется... Ой, извини, летучая мышка. Я не хотел тебя ударить. Я подумал, что ты пещерный паук. Потому что тоже маленькая. Ну, ничего, если... Если... Не... Если хорошо регенерироваться слишком с малым количеством жизней, сюда не бегать, то будет все нормально. Регенерироваться, вот именно. Пожрать надо. И, пожалуй, надо немного с лука их всех повыносить. Так. Вот там я вижу спаунер. Так. Пойду-ка я вот тут по стеночке аккуратно. Так как умереть я здесь совершенно
не рассчитываю. Ну, по крайней мере, не собираюсь. А получится это у меня или нет, это уж я не могу гарантировать. Тебя тоже, пожалуй. Читер. Да. О. Так. ХП почти восстановился, и походу, что спаунер активировался. Хоть надо аккуратненько к нему подбираться. А? Ну, блин, а. Сейчас опять я буду отравлен в течение миллиарда лет. Так, там, походу... Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. Тот крипер опасен для меня был. Поэтому мне пришлось его уничтожить. Так, я думаю, что мне следует сделать подкоп под спаунером. Только вначале надо посмотреть, сколько их там. Не пауков, а именно спаунеров. Как ми... Три, три, три. Точно. Как минимум три. Эти пауки... Ой, блин, ну... Летучие мыши, ну не суйтесь мне под стрелы. Так. Делаем вот так вот и вот так. Все. Так, надо теперь аккуратно быть. Не дать им ко мне забраться. Так как это может очень плохо закончиться. Так. Ой. Так, заодно можно стоять, где мы. И путь. Так, вижу паутину, паутина, паутина, что она значит? Так, значит, что все плохо. Ну, не так уж на самом деле. Но не идеально, скажем. Так, они прям здесь. Откопаем так вот, чтобы получше их видеть. Пока что ничего, вот так лучше сделать. Я не хочу, чтобы они прямо тут заспаунились. Так, я вижу первый спаунер. Может, он не первый, по крайней мере, один из спаунеров. Так, я... Ой-ой, плохая идея. Блин, как тут много все-таки. Так, сделаем так. Стой. Ай-яй-яй, ой-ой-не-не-не-не. Так, закрываем. Да ты. Закрываем, я сказал, закрываем. Вот так вот. Другое дело. Так. Все, конечно, это очень тоже небезопасно, но куда безопаснее, чем атаковать напрямую. Это уж... Я это уже давно в этом убедился. Так, надо, пожалуй, мне куда-нибудь вернуться, куда-нибудь, где я могу что-нибудь увидеть. Через полублоки они могут пролезать, я это помню. Так, пожалуй, я заберусь куда-нибудь повыше. Надеюсь, он меня через этот угол не сможет ударить. Так, это блок. Хорошо. Много я с собой кирок взял, чтобы вот такого вот. Такое вот особо меня в затруднение не привело. Такой поворот событий. Так, сейчас станем сюда копать, они все будут под нами. То есть это будет очень выгодное положение, и даже если я... Точно! У меня же есть динамит, есть красные факелы. Я могу скидывать на эти спаунеры динамит, и все будет куда проще. Просто намного проще. Так, я в потолке, я так понимаю. Или нет еще? Похоже, что да. Да, они намного ниже меня, судя по звуку. О! Ничего себе их там. Ух ты, там спаунеров-то. Ну-ка, сколько я их там увижу? Раз, два, три, четыре, пять. Как минимум 5.
Один я сломал, то есть их там изначально было 6. Да. Не очень приятно было бы там оказаться. Так, а теперь они все здесь рядом. Это я сделал зря, я так понимаю, да? Или, ну... В принципе, я могу их всех сейчас спокойненько убить. Надеюсь, что спаунеры в данный момент не активированы. Ой, ну разумеется, ты меня отравил. Ну кто ж сомневался бы? Давай, ну лезь сюда. Ты ведь не слышишь, да? Я был в тебе разочарован, если ты ссал. А, не. Так, 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 так. Стой нам просто. И все. Все в порядке. За мной бежит этот придурочек мелкий. Уже не бежит. Уже вообще ничего не делает. Отдыхает на том свете. Так, он туда еще, я могу пойти. Вот это не погружается не из-за того, что у меня проблема, из-за того, что это находится за пределами зоны, в которой все должно прогружаться. Могу, конечно, поставить дальность прорисовки как экстремальную, но у меня лагать тогда будет. Я пытался. Так-так, железная дорога идет сюда, значит, вот сюда. Я пришел отсюда, там вот эти фигни тупые появляются. О, они пока не спавнились. Это вот дорожка из адского кирпича. Куда она ведет, интересно? Так, так, так. Так. Не знаю, где этот паук, но не хочу даже знать. Вот тут вот очень опасно. И типа, что наверху могут быть мобы. К счастью, тут скелетов нету. А все остальное мне угрозу особо не представляет. Ой. Так. Берем еще динамит, берем красный факел. Вот эти вагонетки я могу разложить. Ну-ка, так я могу разложить? Нет. Так что я могу разложить их вот таким вот способом. Так. И так. Вагонетки мне не нужны, поэтому суем их обратно. Паучьи глаза, это. Ну все, вот сунул, вот, что вот лишнее. Вот это тоже. Это сюда. Так. Пришло время веселья. Так вот, да, сейчас доберусь сюда, и уже точно будет время веселья. Тут только вот направление, куда можно идти, вот понятно, непонятно, то есть куда каждый из них ведет. Чего звуки так лагают? Вот реально, я вот его бью, вот он немного звучит, потом пропадает просто звук. Непонятно из-за чего. Так, лава, там есть что-нибудь интересное? Бывает, что есть, но похоже, что в данном случае нет. Ой, 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 вот ты где, братан. Вот лагает звук, вы слышите? Вот здесь я хочу узнать, что. Фу, ладно. Факелы еще есть. Ну ничего, попал я, ничего страшного. Все равно восстановлю здоровье. Так, сейчас надо найти мою лесенку. И заблокировать ее. Чтобы пауки. Как? Ты только что заспаунился и сразу стал злым на меня. Это что? Так разве правильно делать? О, ты даже не издал звука смерти. В натуре, что такое? Что происходит со звуком совсем? Не Optifine ли это и. Или. Версия 1.5.1. Где лесенка? Тут она. Похоже, что да. Так, так.
Аккуратно, самое главное туда не свалиться, это вообще очень нехорошо будет, если я туда упаду. Я думаю, что это будет означать смерть, если не моментальную, то почти моментальную. Так, где я? Узнать мое местоположение в пространстве и времени. Так, если я вот сюда скину динамит, мне надо его скинуть вот сюда. Так, съем курочку и так. Стоп, что? Что? Только не говорите, что если динамит в паутине, то он не может ничего взрывать. Вот. Похоже, что так и было. Ну ладно. Один динамит я потратил просто так. Получается. Сейчас. Найдем еще какое-нибудь хорошенькое место, чтобы взорвать остатки этих спаунеров. Так, сколько всего осталось этих спаунеров? Я сломал, судя по всему, три. Осталось еще два. Так, это этот блок. Значит, на спаунере нету паутины? Нет. Поэтому... Вот так. Отлично. Я очень боялся, что от взрыва вот этот блок, на котором я стою, тоже взорвется. Но, к счастью, все обошлось. Так, на том спаунере паутина, поэтому надо скинуть его динамит рядом с ним. Иначе никакого эффекта не будет. Так. Так. И вот здесь вот, да? Я так понимаю. Да. Давай. Вот так. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Так. Теперь надо выбраться. То есть я копаю сюда. Ставлю факел. Так, тут тоже, что ли? Не, не показалось. Где ты? Я его прям рядом слышу. Он что, в моем проходике? А, вот тут, скорее всего. Да-да-да-да-да. То есть я, если сюда пройду, то я смогу их всех убить. Достаточно без риска. Ой. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О! Так, стоп, секунду. Так. Так, похоже, что... Это были все спаунеры. И больше пауков здесь этих нету. Это радует. Так. Дальше что нас ждет? Лестница, судя по всему, вниз. Да, вниз. Так, просто сделаю-ка я вот сюда вот такой вот штуковину. Пойду по рельсам, посмотрю, что в сундуках. Вот это вот, пожалуй, пригодится. А так, ну вот это еще. А так пока больше ничего. Ой-ой-ой, не-не-не. Не хотел я этого делать, на самом деле. Вот. Вот это, пожалуй, еще возьму. А, как не вниз лестница, а как раз к этой платформе. Так. Тут, судя по... А, нет. Ну, что тут спаунер зомби, оказывается, недостаточно на это не похоже. Просто показалось, как будто, что их тут слишком много. Всего лишь два. Так-так-так, в этой штуковине ничего нету.
Ничего. Факелы. Факелы у меня немного заканчиваются. О, золотой броне. Ну вот, уже умер, но все равно успел меня выстрелить. Да сранец. Ай, ай. Ладно. Был зачарованный лук, который... Ничего себе там вагонеток. И в них сидят всякие различные зомбаки и скелеты. О, нифига. Так, два пути, туда и туда. Но это, похоже, выводит снова на это основное кольцо. Так что сейчас я пока посмотрю, что у нас здесь. Так как это, думаю, будет быстрее, раз уж это наружу выводит. Так, 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 это что? Ведьмы! Ё-моё. И, похоже, скорость еще. И... Ничего себе у них здоровье. Так, а это кто? О, это зистикины. Вот с ними я точно сражаться не хочу. Но, похоже, что придется. Ну, разумеется, ты мне поджег. Так, сейчас. Это твое слабое место, да? Ты пока сюда будешь запрыгивать, ты не успеешь меня ударить. Да. Блин. Блин. Тяжело в натуре. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Хорошие вещи. Достаточно, судя по их внешнему виду, по крайней мере. Так, осветим здесь. Скелет. Тебя я не боюсь совершенно. Может, чуть-чуть боюсь. Ой, ведьма, она меня видит. Вот замедление. Ой, и яд еще. Так, вот это вот не нравится мне. Ох, как мне это не нравится. А меня догонит сейчас. А я в нее не могу попасть. Сколько это яд еще будет действовать? Блин, блин, блин. Один удар, и я мертв. Надо бы... Вот так вот сделаться и порегениться. Сейчас увидимся.